Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Дорогой, любимый наш суслик, спасибо огромное. Ребятки, слушаем трек. Ну что, ребятки, остановлю. Очень интересное начало, да, ребятки? Такая музыка классная, вот это еще ударный инструмент так красиво звучит, да? Он как будто нам так дает, да? Как мы должны двигаться. И так. Понимаете, ребятки, мы уже знаем примерно, какой ритм будет, да? Ребятки, ну очень красивый, да? Скажи, голос красивый, такой чистый, да, красивый, очень красивый манера исполнения, да, скажи, голос красивый, такой вот прям красивый голос, так еще раз скажу, да, классно, классно все звучит, и музыка, и знаете, он так спокойно исполняет, да, читает рэп, он спокойно его читает, да, ребятки, но очень интересно слушать его, да, хочется слушать, да, ребятки, прям интересно, хочется слушать его. Именно за месяц собираю блок, меня ничего не взбесит. Не плюс, сука, получилось 200. Иду наверх, я не стою на месте. Иду наверх, я не стою на месте. Деньги на мне, они хотят быть вместе. Эй, тобой манимейки. Новый зал и группа имейки. Жопа мягкая, каждый день ем стейки. Нахуй опа, все они салфетки. Прокисет, я взял таблетки. Эй, потратил на шмок. Твою годовую зарплату лошок. Ну что, ребятки, я скажу. Те, кто какой у него интересный, да, ребятки? Он такие деньги делает, да, ребятки? Тоже он трудится. Вы говорит, эту работу как, вы как зарабатываете деньги? А я могу так потрудиться за месяц, что я, мама, не горюй, говорит. Что хочу, я себе ничего не откажу. Потому что я работаю, говорит. Ну, правильно, каждый по-своему зарабатывает, да? Но это тоже труд. Писать треки, писать музыку, исполнять, да? Это не каждый сможет, ребятки. Это просто так кажется. Иду наверх, я не стою на месте. Иду наверх, я не стою на месте. Деньги на мне, они хотят быть вместе. Ну, ребятки, вот я смотрю на картинки, да, как он зарабатывает. Он как, типа, наверное, как айтишник, что ли, ребятки, что-то с компьютером связано, оказывается. Он и песни пишет, и поет, и что-то с компьютером связано, понимаете? А компьютер, знать, это не каждый может, мне кажется, да, и заработать деньги на компьютере, да, вот он что-то пишет, какие-то программы, я так поняла. Там даже показываешь же, там цифры какие-то, что-то такое, я-то не знаю. Но просто мне так кажется, я вот так понимаю. Понимаете? Или игру какую-то он пишет. Видите? О. Нахуй опа, все они салфетки. Прокисет, я взял таблетки. Эй, потратил на шмок. Твою годовую зарплату лошок. Примерно за месяц собираю блок. Меня ничего не взбесит. Интересно, да? Интересное исполнение, скажи. Так спокойно поет, читает рэп, спокойненько. А его хочется слушать, скажи, а? Да. Молодец. Не плюс, сука, получилось 200. Иду наверх, я не стану на месте. Иду наверх, я не стану на месте. Деньги на мне, они хотят быть вместе. Эй, тобой манимейкер. Манимейкер. Жопа мягкая, каждый день ем стейки. Нахуй опа, все они салфетки. Трокисет, я взял таблетки. Эй, потратил на шмок, твою годовую зарплату лошок. Примерно за месяц собираю блок, меня ничего не взбесит. Деньги плюс, сука, получилось 200. Иду наверх, я не стою на месте. Иду наверх, я не стою на месте. Деньги на мне, они хотят быть вместе. Так, во-первых, голос шикарный, да? Читает рэп классно, да?
интересно его слушать, да? Вот скажи, интересно слушать, да? Мне очень понравилось. Чистый такой голос, да? Чистый, спокойный такой, да? Молодец. Текст мне понравился. Как он зарабатывает деньги. Как надо зарабатывать деньги. Он умеет это делать. Он что-то с компьютера, я так поняла, цифры, числа. Я не знаю, ребят, что это такое. Не знаю. Но что-то с компьютером связано. Какой-то вот, может быть... С чего ты это взяла, интересно? А там же картинка была. Ну, картинка, банкомат, деньги считал здесь. Это банкомат, что ли? Ну вот, смотри. А я думала, какая-то компьютерная игра. А там цифры, думала. Цифры, сколько у него денег. А я думала, извиняюсь, ребятки, я даже неправильно поняла. Но все равно, вот он умеет зарабатывать деньги, он показывает, да, ребятки? Показывает свою жизнь. Я, говорит, не стою на месте, я поднимаюсь выше, говорит. Я, говорит, выше, я зарабатываю. Вот так сказал, ребятки, да? Я ем, что хочу. Люблю мясо, говорит, стейки люблю. О своей жизни рассказ, как он любит питаться. Ну, ребятки, голос, конечно, очень красивый. Мне нравится, как он исполняет. Спокойненько так, молодец, да? И музыка какая классная, скажи. Вообще музыка красивая. Вот этот один такой инструмент, который вот нам темп подает, да? И танцевать под него хорошо, да, под эту музыку. И подпевать хорошо, ребят. Мне очень понравился. Легкий такой трек, да? Скажи. Красивый голос. Манера исполнения стильная, современная, спокойная, ребятки, да? Не переживая, все спокойно поет. Да, ребят? Да. Мне нравится. Я с удовольствием послушал, познакомился с этим треком. Как? С этим треком познакомился, я говорю. Молодец. Шикарно. Пока, друзья.